Учебный год продолжает радовать подарками. На базе лицея номер 12 городского округа Люберцы открыли новый стадион. В честь такого события для учеников устроили спортивный праздник. Для учеников и учителей с показательными номерами выступили каратисты и юные гимнастки. Они дали старт для будущих занятий физкультурой. Среди гостей на церемонии открытия член сборной России по карате, ученица лицея Ксения Белякова. Она наверняка знает о необходимости таких спортивных площадок. Нужны такие спортивные зоны, чтобы спортсмены могли заниматься спортом не только в стенах своих клубов или секций, но также и на улице и дополнительно, также для оздоровления остальным гражданам. Ксения заканчивает учебу. Сейчас она в 11 классе. Поэтому ученикам помладше повезло. На занятия спортом на новом поле у них больше времени. Стадион очень нравится. Больше места будет. Времени будем проводить больше, в футбол будем играть. Я пока в 9 классе, у меня будет еще года 2-3, чтобы поиграть на этом поле. Возможность, конечно, будет. На новой спортплощадке современные беговые дорожки, футбольное поле, ворота и ограждения. Также установили уличное освещение. Начало учебного года и такой спортивный объект, конечно же, всегда подарок. Подарок в этом году вашей школе. Поэтому занимайтесь спортом, будьте активны, будьте здоровы. Хорошего настроения, с праздником! Стадион будет открыт и в неурочное время. Посещать его смогут не только ученики лицея, но и жители. С 6 утра до 10 вечера через отдельный вход. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.